Всем привет, с вами снова Айкоши. Надеюсь, вы провели хорошие каникулы. Сегодня я хочу поговорить с девушками, а именно, с какими парнями вам не стоит общаться. Итак, поехали. Первое. Бывшие твои подруги. Думаю, такие проблемы тебе точно не нужны, потому что в ваших отношениях с подругой появятся недомолвки, обманы и путаница. Это проверено на все 125%. Скорее всего, ты потеряешь свою подругу, поэтому идти на такой отчаянный шаг тебе следует, если ты будешь точно уверена, что там тебя ждет принц на белом коне и не меньше. Второе. Твой ужасный бывший. Даже если у тебя все плохо, даже если у тебя просто все ужасно, не пытайся возвращаться к своему бывшему. Помни то, что он все тот же козел, как и тогда, когда бросил тебя. Он козел! Третье. Эгоистичный придурок. Мне самой известен один случай, когда парень может общаться со всеми девушками, а его девушке запрещено общаться с другими парнями. Мне кажется, это какая-то ерунда. Не позволяй себя втянуть в такие отношения. Эгоистичные парни не готовы к компромиссам, а компромиссы – это основа хороших и здоровых отношений. Четвертое. Чужой парень. Ох, не советую тебе вляпаться в эту историю, ведь в ней ты утонешь по самое горло. Ведь если парень, у которого есть девушка, флиртует с тобой, то, скорее всего, это явно нехороший человек. Если он не готов закончить свои отношения с девушкой, то, скорее всего, ты ему не нужна. Задумайся, зачем тебе тратить время на нездоровые отношения, которые причинят тебе только боль. Поэтому, пока ты еще на берегу, остановись и хорошенько все обдумай. Пятое. Реально крутой парень. Ну, кому из нас нравились эти лихие татуированные парни на крутых и мощных байках? Но слушай, это красиво лишь только в фильмах. В жизни все иначе. Да, флиртовать с такими парнями прикольно, да и подруги будут завидовать. Но встречаться с таким парнем никогда. Плохие парни – это, разумеется, плохая компания, много алкоголя и наркотики. Поэтому не давай себя разрушать этим парням. На этом все. Всем пока. И, девочки, помните, что от вашего выбора зависит ваша судьба.